Всем привет! Уже около 2 недель не был на рыбалке. Началась охота, я как-то пропал на охоте. Да, честно говоря, я 2 недели назад был на рыбалке. Как-то с поклевками очень плохо все было. И созванивал, списывался с ребятами, с местными. Щук ловил, но мелкая. И решил пока все силы бросить на охоту, а с рыбалкой пока повременить. И вот сегодня 2 сентября. Дети отправлены в школу. И я нашел пару часов, чтобы выбраться на водоем. Уже знакомый водоем, решил пройтись по точкам по знакомым, чтобы не терять время, быстро отловить все. И начиная сегодняшнюю рыбалку, вернее, начиная слова сегодняшние, вот с такой вот красавицей, уже ее поймал, рыбалка у меня уже прошла успешно. Щука клевала, но я посмотрел прогноз погоды, обещали ветер, но я не думал, что такой сильный, поднялся сильный шторм. Хотел попираться сегодня в воблеры, хотел собрать один спиннинг, один комплект свой для воблеров. Вот такой вот. И все, говорю, буду ловить на него только. Сегодня на джиг не буду ловить. Но собрав комплект для джига еще один, вот такой вот. Приманку специально закрыл, не буду показывать. Посмотрите видео на интересную приманку ловил сегодня. В общем, рыбалка получилась отличная. Я поймал щуку, были поклевки. Сколько она весит, тоже можете посмотреть уже в процессе видео. Приятного просмотра. Начну вот с такого воблера от компании Birking в кислоте. Ага, блин, промазала, был неплохой ударчик. Пробуем лягушонка, может еще, хоть вода и холодная, щука вся стоит тут. Ну, он мелко прыгает, да, за лягушонком. Она по кувшинкам стоит. Так, хочу поставить такой вот белый джиг. Сейчас поставим на офсету на 5.0. Вот такие вот офсеты фирма Кой. Взял себе попробовать. Все готово, погнали. Щука сейчас прям из кувшинок выпрыгнула. Может, у меня грузный резин попробуй. Такой удар был, проспала.
Наверное, окунь был. Ой, щучка была. Был ударчик, но, наверное, слишком быстро вел. Сейчас попробую помедленнее это все сделал. Выманить, так сказать. Сейчас хочу попробовать половить на неогруженную резину. Такой побольше. Наша неогруженная резина готова. Салон затянуть и попробовать кого-нибудь оттуда поймать. Есть! Вот это вот неплохая такая вдарила. Ага. Наверное, травы нацеплял, сопротивлялся прям классно. Такая. С килограмм, наверное. Еле держится прям. Ой, килограмм. Эй, малек щуки. Привет. А мы приехали за твоей бабушкой. Ой, ты, ты. За мамкой, за папкой, за бабушкой. А? Где они есть? Спят? Время обед у них тихий час. Сходи, пожалуйста, нам позови. Скажи, там куш дают очень вкусное. Лови. Главное, до этого тут все откидал. Раз по два, наверное, по три в круг джигом. Ни одного вообще. Один тычок был. Один как раз вот там, да, может это она и есть. И все. А воблер поставил прям на первой проводке, схватил шнурок. Там сначала видно, нацеплялся трава. Прям тяжело так шел. Я подумал, что такой нормальный экземпляр какой попался. А нет, шнурок. Будем ловить опять на неогруженную резину. Как раз тут самое место. Ну что, крупный, нет? Ну так хвост прям неплохой какой. Ну давай, крючки, кой, не подведи. Не такая уже съедобная.
Да, вот на неогруженную резину она взяла. Знал, что тут стоять должна щука. Заодно испытал новые крючки. Да. Ух. Ну, вымочил щучку. Ну такая, да. Я думаю, прям кило 200 будет. О, какая. Так, сейчас достану весы. Не рассказал про сумку. Сумку вот себе купил. Давно о такой мечтал. Ну, как-то все, денег было жалко. А это как раз заказывал фонарики, крючки. И вот решил раскошелиться на сумку. Теперь у меня все в одном месте будет лежать. Взвешивание. Ну, я так предполагаю, что около кило 200 это щучка. Так, тихо. Полторашка. Кило 500. Щучка на кило 500. Ова, какая-то вся пустая. Кушать, наверное, хочет сильно. Смотрит такая, скажет, что это за чудо меня поймало. На желудок вообще весь пустой. Питается. Ну и сейчас и время, конечно, питаться уже. Вода холодная. И хочешь не хочешь, надо вес набирать к зиме. Плыви. Но на тукане. Вот во что превратилась моя оснастка. Поводок в дугу. Крючок вылез через хвост. Сейчас по-новому все буду насаживать. Будем ловить дальше. Приплыли, пробуем выманивать ее из кувшинок. Промахнулась, ах ты. Блин, через нее перепрыгнула. Был выход, но мимо. За кувшинок зацепляется. Перескакивает, очень интересное место. Щука промахивается. Мои пару часов рыбалок подошли к концу. Честно говоря, не ожидал, что за такой короткий промежуток времени мне удастся что-то поймать. Плюс мне подпортил рыбалку погода, сильный штормовой ветер. Но все-таки я подобрал приманку, подобрал ключик для капризной такой рыбы, которая была сегодня. Спасибо за просмотр. Пока.